Стальной хват России, привет большой. Подписчики на канале YouTube, привет большой. Все, кто занимается хватом, всем, кому нравятся железные эспандеры, железная сила хвата, всем привет. Ваня, отдельный привет. Прислал эспандеры на калибровочку. Рассказать, показать. Конечно, монстры барабана. Вот этот смотрится, ну просто. Я тут, конечно, цветовую гамму постараюсь поближе сейчас показать, передать. Для Canon Power Works RB400. Алюминий такой с фиолетовым оттенком. Вот сейчас еще ближе покажу. Ну просто Рэмбо. Конечно, никакой магнезии не надо. Потому что если еще с магнезией, совсем будет худо. Ну, и закрывать-то его. Вот близко все показываю. Вот Ваня, обладатель вот такого эспандера. Canon Power Works. Вот она, близочка. Близочка подношу. Совсем мини-фасочка. Ее даже и нет. RB400 и тут бирка, то есть Ваня купил с калибровкой 221, и тут оп, пружина меняется, цвет другой, и совсем зверь, и мы думаем, что это уже 450, потому что 232, и я так думаю, переворачиваю и вижу вместе с вами, что это тоже для Canon Power Works, но 365. Как такое возможно? Как? Вот они, барабан делает. Все очень близко показываю. Чтобы вы даже не имея, как будто в руках подержали. 365. И бирка 232. 400. И бирка 221. Ну, давайте посмотрим. Ну что, начнем. С более слабого, тем более с более слабого по номеру на торце. Смазан. Вот, смазка видна. Поэтому здесь. Ну, больше будет 94, будет больше четверки. Здесь накатка немножечко такая, скажем, покорректнее. Барабановские две полосы на ручке. Вот пружина такого стального, металлического, она как-то, не знаю, более органично для меня, допустим, смотрится. Хотя вот это хром, пружина более такая игровая, скажем так. Собирателем коллекции. Наверное, больше приятнее будет. Итак. Вот такая красивая цифра. 77. 77 миллиметров расстояние между ручками. Ну и все мы знаем из моих обзоров и без моих обзоров, что барабан любит диаметр пошире. Диаметр побольше. И в данном случае это 19,9, ну 20 миллиметров. Барабан любит 20, 22, 24. Меньше 20 вот не нравится ему. Соответственно, ручка не меняется. Ручка, она у барабана такая же, как и у всех. 95,2, 95 миллиметров. И давайте посмотрим, на какой пружине 365 у нас сделан. На пружине 8 миллиметров. И со стороны бирки сейчас посмотрим. Пружинка, ну это пружина, ну да, одинаковая, абсолютно одинаковая, 8 миллиметров. Кстати, ход очень замечательный. Я хотел достать калькулятор сейчас. Достану калькулятор, чтобы посмотреть, что барабан, ну не барабан, барабан не калибрует, он просто ставит цифры, какие ему нравятся. Вот, привык к этим цифрам,
И все это 232. 232. Ну, несложно, ребят, посчитать. Вот они, 232 умножить на 454. Это фунт. Равно. Вот так вот. 105.33. Ну, понятно, что Вадим Иванович стал крепче за эти годы, но здесь точно не 105. А вот сколько, Ваня, давай посмотрим. Бирочка пока под зажим. 77 миллиметров расстояние. Вот такой, Вань, будешь закрывать с дипсета хотя бы. Уже совсем мощный будешь. Совсем. Итак, ребят, смотрим. Иван, смотрим. Даже вот тяговая вот эта планка второпластовая врезается просто. И контролировать не надо. 105 килограмм намерил Кэнон. Ну, как бы я сразу сказал, что чуть тяжелее четверки. Ну, это чувствуется, но не намного. Вот так красиво смотрится. Вот, Вань, можешь себе даже сделать фотку. Вот так. Ну, мне нравится, как выполнен, как изготовлен. 97,4. 97 килограмм, ну, 98. Ну, не 105. То есть, более, ну, полное закрытие 98 килограмм будет. Пружинка все равно, вот, именно вот этого Metal Gun, это у Атом Гривза было. Стил Mirror Finish и Metal там Gun. Оружейная сталь, типа, так, переворачиваем и меряем с другой стороны, измеряем с другой стороны, смотрим, может, будет с этой стороны 105, но не будет, ребят, это вот именно рукой, понятно, нечего делать, и для всех это не величина такая нагрузки сверх серьезная, а вот чуть меньше, потому что ручка чуть длиннее, вот видно на этот миллиметр перевернутый, выбитые циферки, выбитое название конторы. 96,5 килограмм где-то разница. То есть здесь будет со стороны, где бирка, 97, с той стороны 98. 97 килограмм. 97,4, 96,5, 97 килограмм, Ваня. Вот такой 365 РБ. Специально сделанный для Canon PowerWord. Кредит Power System, хотел сказать. Что-то непонятное. Итак. 232. Canon Power Wars. 365. Вот так вот. Накатка здесь нормальная, более-менее. Но она какая-то вот сетка такая необычная. Алюминий, может, такой еще. Качественно. И вот совсем тяжелый. Прям даже взвесить хочется. Для этого у меня есть Hello People по нулям. Ну, 370 грамм. 370 грамм весит. 400-й, а 365-й весит 300 грамм.
так это, 70 грамм на покрытие или на пружину. Сейчас посмотрим. Итак, ребят, вот такой, с фиолетовым оттенком, РБ-400. Но бирочка поменьше, значит, килограммы поменьше. Ну, будет незначительно поменьше. Я, наверное, сразу, Вань, чтобы вот тут уже по 100 раз не измерять, силикон, ребят, сразу все сделаем. Что нам тут стоит дом построить? Заливаем силиконом. Полностью, целиком и полностью. Сейчас протрем лишнее уберем. Все, видите, вот так и ухаживать надо. Все, силикон сейчас у нас пройдет меж витками. Ну и самое важное, что мы получим, то, что он будет между витками хорошо, вот это место, где пружина, в пружину среднюю будет опираться то, что заходит в ручку. Так, ну все, скажем так, прожали на несколько раз, просиликонили, и будем теперь смотреть, что у нас на выходе. 77-365 был. В 69 миллиметров. Расстояние значительно меньше. Значительно меньше. А вот ручка, я думаю, что не изменится. И даже, видите, она больше, 20-31. Чуть толще ручка. Пружина. Вот за счет этого и вес выше. Пружина 8,6. То есть такая совсем. И со стороны бирки очень суровая пружина. 8,55. Те же 8,6. Ну, я думаю, что этот сантиметр заметен невооруженным взглядом. Ну а теперь посмотрим. Здесь щелкалось полегче. Хотя вот амплитуда здесь тяжелее на самом деле, потому что узко уже слишком между ручками для чест-краша. Итак, ну, я так думаю, где-нибудь килограмм 90, наверное, будет. 91. Вот сейчас посмотрим. Очень высоко пошло. Ну, вот тоже сейчас покажу вам. Да даже высоко пошла ручка. 94 килограмма, 93,8, но ручка сильно высоко пошла. Сейчас мы ее опустим, посмотрим. По идее, даже как бы опуская ручку, мы увеличиваем вроде бы вот здесь напряжение. Вот так. Но силикон есть силикон. Итак, все, закрываем. Здесь будет точно. Ну вот, видите, ничего не меняет. Я не стал показывать, но можете мне поверить, что эти цифры были, когда вот ручка, где написано CPW, пошла выше.
фиолетовый оттенок, алюминия. 94,2. И с другой стороны сейчас измеряем. Да, что-то мало памяти у меня на всех картах. 94,2. Переворачиваем. 94 килограмма. 97-94. Вот она разница. А тут нарисовано в фунтах. На бирках совсем много. Итак, закрываем. Видите, 91 я сказал. Ну, значит, не так чувствуется. Опять острая часть замеряется. Нет касания. Но в этой проекции как бы оно и есть. 93,4. Ну, опять же, все при сжатии это будет 94 килограмма. Ну и последнее. На бирочке у нас 221. Вань, 221. Вот твой тебе замеры американец присылает. Че ты стесняешься у него спросить, а можно как-то это увидеть? А то мы тут с Иванычем меряем, а у нас не сходится. Может быть, ты правильно делаешь. Итак, 221 умножить 6 килограмм, 8 килограмм, 6 килограмм, 7 килограмм, 10 килограмм. Зачем завышать, когда я говорю, что я даже замеряю завышенно? То есть все равно планка тянет чуть выше к середине ручки, нежели работает мизинец на краю. Вот он, мизинец наш. Вот он, наш мизинец закрывающий. А планка тянет вот так. То есть где-то на сантиметр надо, а на сантиметр уйдут килограммы. Все, Вань, сказал. Много может быть лишнего. Вот такая разница и в весе, и в нагрузке между вот этими барабанами 400-365. Ребят, кто будет смотреть, вам решать, какой вам больше понравился. Вот этот, вот такой весь блестящий с фиолетовыми, фиолетовым алюминием. Вот это. Ну, работать с ними. У нас есть герои, которые закрывают якобы такие спандеры. Все, Вань, здоровья, сил, добра. Ждем твоих сертификаций. Вот они, твои 6 эспандеров. От Стального Хвата России, от обители, специально для Стального Хвата России, для Вани Тихонова. Здоровья, дорогу осилит идущий. Пока.